По данным на 8 августа в Казахстане 27 116 человек продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции. В основном казахстанцы делают это на ампулаторном уровне. Оставшиеся 1466 человек находятся в стационарах. В тяжелом состоянии 35 пациентов на аппарате ИВЛ-4. Нурсултан продолжает находиться в желтой зоне. Что касается новых заболевших, то по данным за 7 августа коронавирус подтвердился у 1373 казахстанцев. В основном это жители мегаполисов. казахстанского. В области положительный ПЦРТ с 7 числа получили 26 человек.